Политика Путина ведет страну в тупик. Политика Путина исчерпала весь свой положительный потенциал, если он даже когда-либо и был. Политика Путина привела страну к войне с ближайшим соседом и к изоляции. Политику надо эту менять. Единственным влиятельным инструментом политическим в России, в нашей политической системе, которая с полным правом может называться авторитарной, а если хотите, гибридно-тоталитарной системой, является пока еще сохранившийся хотя бы формально институт выборов. Причем, прежде всего, если не только, но скорее всего, прежде всего, это институт выборов президента, потому что это единственный момент, теперь он уже вообще раз в 6 лет, когда вопрос о всей той политике, о которой я рассказал, просто стоит на повестке дня. Поэтому выборы сделаны такие коротенькие, чтобы долго никто ничего не размышлял, чтобы никто ничего не успел понять. Вот вопрос о том, чему посвящены вот эти выборы, при всех их недостатках, при том, что это даже не выборы, а я бы даже сказал, это скорее референдум. Одобряете ли вы ту политику, которая проводится вот в последние там 15 лет? За и против? Да, нет. Вот, собственно, об этом. Об этом эти выборы.